Вторая половина дня. День туриста. Сегодня ребята совершили виртуальное путешествие по континентам мира. Используя информационно-образовательные программы, развили познавательный интерес к географии. В программе «Квивер» рассмотрели 3D-изображение Африки. Смогли назвать и показать географические объекты по теме. В ходе исследовательской работы использовали программу QR-код. Назвали животных Африки и подготовили небольшую презентацию в программе Explain. Далее ребята использовали пластилин, создали этих животных. И итогом исследовательской работы в программе «Кукольная анимация» был создан проект в форме мультипликации «Удивительные животные Африки».